выньте из фломастеров высохшие стержни и засыпьте в них бисер соответствующего цвета. В таком футляре его очень удобно хранить. Чтобы не носить в сумочке упаковку таблеток, отсыпьте нужное вам количество и положите в пластиковый футляр от бахил. Коробочка для колец станет удобной игольницей, а в ненужную копилку можно запросто складывать пуговицы или скрепки. Как видите, все просто.